Даб Эгрин сорта. Она у меня заявлена в размере до 60 сантиметров. Такой я еще ее не видела. И это, в принципе, логично, потому что ей всего лишь третий годик у меня. То есть в прошлом году было второе лето ее. Сейчас вот она встречает третий год в моем палисаднике. Плотный лист. Тончайший белый-белый краешек. И где-нигде по краешку идет вот такая вот зеленая зыбь. Вот так вот он выглядит. Не знаю, все настолько восхищались. Я вижу, что это красиво. И должно быть очень-очень интересно. Пока ничего какого-то определенного я не могу сказать. Но дадим ей время, дадим ей возможность нарасти. Для того, чтобы пораскрыться во всей своей красе. Удлинить свой лист. Видите, какой у нее лист великолепный. То есть я думаю, что это должна быть очень-очень красивая хосточка. Посмотрим. Тем более она мне растет вот на таком вот куске, где одни гигантики я сделала за озеро. Но что-то она не спешит. Но я уже не буду ее пересаживать. Даб Эгрин. Вот такой вот сорт. Вот так вот он выглядит в реальности. В реальной жизни он выглядит вот так вот.